На планерном совещании глава курорта Сергей Сергеев отметил почетными грамотами лучших работников индустрии производства новостей. Вы помогаете нам двигаться вперед, как поддерживающие нас, так и оппонирующие нам средства массовой информации. В числе лучших – монтажер наших новостей Игорь Куршаков и главный инженер Алексей Чупринюк. Рабочий день Алексея Чупринюка начинается обычно с фразы «Леша, помоги». Вооружившись инструментами, Алексей спешит на помощь. Провода, компьютеры, электричество, студийная запись, четкая работа техники – его стихия. Алексей – настоящий волшебник. Все починит, исправит и настроит. С Игорем Куршаковым по скорости и качеству монтажа новостей не сравнится, пожалуй, в Анапе никто. В медиагруппе «Анапа» Игорь работает уже более 12 лет и умеет смонтировать сюжет в последние секунды перед эфиром. Всегда подскажет, как его улучшить. Мы гордимся нашими ребятами и поздравляем их с праздником.